Так, всем привет! Начинаем нашу сегодняшнюю трансляцию. Сегодня мы будем проходить игру Червяк Джим на Сеге. Проходить у нас сегодня игру будет Ариэль. Всем привет! Также с нами сегодня Владимир Лем. Я всех приветствую. Ну и я, Саня Перец, как всегда с вами. Куда ж я без вас-то уже? Никуда ж не денусь. Сейчас-то Владимир Лем расскажет, почему у нас сегодня будет игру проходить девушка. Да все просто. Ариэль сказала, что пацаны играть не умеют, мы дно, и она нам докажет, что девушки намного круче, и, конечно же, пройдет эту игрушку. Причем пройдет очень быстро. Ну что ж, посмотрим, как у нее это получится. Получится, вот увидите. Тебе вот нас не жалко будет, вот ты вот нас, нашу вот сейчас репутацию вот возьмешь и прокинешь. Наше мужское достоинство игровое хочешь... Как-нибудь переживете. Потеснить прям таки. Мы же знатные дроты, нас побить первый практически раз. Нереально. Так что, ну увидим. Привет увидим. Всем, кто сегодня в чате. Пишите по ходу ваши вопросы в комментарии. Владимир Лем обязательно нам их зачитает. Обязательно. Вне всяких сомнений. Если какие-нибудь там плохо кого-то слышно, обязательно напишите, мы там кого-нибудь прибавим, убавим. Кого-нибудь вообще удалим. Кого это вы собираетесь удалять? Неужели меня? Нет, ты сегодня должна пройти игру, доказать всему человечеству, что женщины хорошо играют. Хорошо. Вот, Саня, вот я все время вот смотрю, вот как ты вот подбираешь вот так вот заглушки, что действительно они приковывают внимание. Действительно очень хорошо. Это талант. Это талант. Наверное, просто мои вкусы совпадают со многими вкусами моих зрителей, поэтому... А, ну ладно. Раз твои зрители, то да. О, сегодня русская версия игры. Отлично. Да, русская версия. Я хоть сюжет узнаю. Расскажем хоть немного про сюжет, действительно. Откуда взялся червяк Джим? Был... Да. Жил-был обычный червяк, ел гумус. Ну, не знаю, никого не трогал. Да, гумус — это земная кора, а не то, что вы могли подумать. И ну, однажды вот... сверху упал скафандр, космо-мега-скафандр какой-то, который предназначался для какой-то злой улитки, которая захотела... Разве это улитка? Ну, я не знаю, слизняк какой-то там. Предназначалась гусеница для него. Какая-то. Может быть, гусеница. Короче, какое-то насекомое. Которая хотела завладеть планетой и всем миром, чем она завладеть хотела. Захотела. Чем-то завладеть захотела. Захотела, да. Царствовать и всем владеть, в общем. Ну, вот. Нормальный такой вот. Нормальная мечта. Нормальная цель. Завладеть миром. Отлично. Разве вот ты вот, Сань, не хочешь этого сделать? Владеть миром? Да. Мне бы хватило какой-нибудь многомиллионной корпорации. Я. Ты не... будешь счастлив. Да, я не настолько жаден, чтобы целую планету. Ну, не, вот на многомиллионную корпорацию, чтобы там каждый день там новая женщина мог себе позволить. Там, дорогие машины, там. Вот у тебя и запросы. Маленький остров какой-нибудь. И все, мне многого-то не надо. Мне так, дайте свой остров, и все. И там 50 рабов, наверное. Я никого не буду трогать, да? И я никого не буду трогать, я буду счастлив, спокойно. Да. Ну вот, костюм, в общем, достался червяку Джим, он, ну, залез, превратился в героя. А тем временем я уже дошла до первого полубосса. Так что не до полубога. А это тот самый эпичный босс. Да, с которым я быстро расправилась. Разорвала его в клочья. Кстати, вот я хотел... рассказать немного об одной игрушке, которая мне сильно вот напомнила Червяка Джима, вышла не так давно. Называется как-то «Ад, месть мертвого кролика», что ли, если по-русски переводить. Вот. Визуально именно очень сильно напоминает. Но тоже разрабатывал игру Sega. Кто не играл, обязательно поиграйте. Там такой же юмор есть, местами черный. Так что сейчас хорошая игрушка. Ариэль пытаются буквально обрыгать. Да, это так мерзко. Поэтому я его сейчас закидаю ящиками. Прям по жопе ему ящиками. Чтоб не палано было.
что, что он рыбы переел? Надо. Это вот, видите, вред суши, он поел сырую рыбу, его тошнит. Просто. Суши, они вредны, не ешь ты суши ни в коем случае. Ну, я ем суши, но со мной такого не происходит. Ну, во-первых, ты ешь не суши, ты ешь роллы все-таки. В России ну, суши ладно, нету. Ладно, это не сырая рыба, а он прям сырую, походу, жрал. У него не сварение, желудок не справляется. Теперь вообще ему совсем плохо стало. Японцы поразительные, вот народ, едят всякую фигню и при этом нормально живут. Вот, например, вот те же суши, вот ты вот можешь наесться каким-нибудь суши, а, Саня? Нет, на самом деле, суши, там же много риса, рис это довольно калорийная еда. Но все равно... Сушами в теории наесться можешь. Диета какая-то очень странная, все равно, не находишь. Не знаю, для меня такая еда слишком, наверное. Я больше люблю... курицу, говядину. Я вот тоже как-то больше вот картошки наварить. Вот это круто. С какими-нибудь котлетами вот это. Вот и закончился первый уровень. Теперь мы полетим в космос. Первый уровень она так лихо прошла. Да, вот чувствую, слушай. Возможно, она нас как раз и попячет. Конечно. Это моя цель на сегодня. Вот взять нас унизить, да? Так, здесь нужно собирать обязательно вот эти пузырьки. За них можно получить континиум. Ну, континиум мне сегодня не понадобится. Вот так вот, да? Да. Вызов бросила все. Ни одной жизни не потеряешь, да? Я так понимаю. Ни одной жизни не потеряешь, да? Не знаю. Может быть и потеряю. Никогда не знаешь, где найдешь и потеряешь. Слышал такую поговорку? Ну, к старым игрушкам это очень даже применимо, на мой взгляд. Так, ну что тут у нас? У меня задержка очень сильная, я только начинаю смотреть. Я завидую тем, кто смотрит нормально. Я обогнала психоворона. Сейчас будет Джим радоваться жизни. Да он, по-моему, будет вертить, а. Вот да. Это вертит он. Он очень радостный. Вот, а если его... Вы представьте, догадать? Всегда быть просто червяком, и тут коп, можно ходить, бить морды, это же потрясающе. Вот, Зоровеэль заработала второй континиум. Что за черт? Мы попали в ад. Как туда его занесло? А, кстати, смотрел несколько серий мультика «Червяка Джима». Как раз я смотрел серию про ад. Где он с этим вот черным котом что-то там не поделил. Не помню, это правда, какого зовут. Зловред вроде. Он не кот? Он кот, но он не черный. Какой он? Вот увидишь. Какой? По-моему, он был в мультике черный. Вот он на заднем плане сейчас, зловред, вот этот с желтыми глазами, вот его видно. Он там что-то тусит он там на горе. Он повелитель этого ада, че ему не радоваться-то? Слышишь крики? Вот, Саня, в отличие от нас, он уже как-то свою цель реализовал, он повелитель ада, понимаешь? А у нас даже острова нет. Как я смотрел один фильм, «Новая земля», по-моему, и там был один маньяк, он говорит, меня, говорит, вот черти возьмут работать, пытки устраивать. Я, говорит, про пытки все знаю. Они, говорит, устали, ничего нового. Я, говорит, каждый день буду что-нибудь новенького. То есть даже в аду можно найти себе хорошую работенку, если ты гиблый извращенец. Ну да. Я думаю, в аду все такие, наверное. Вот, знаешь, иначе бы ты в ад не попал. Мы наблюдаем сейчас милую добрую игрушку и почему-то заговорили об извращенцах. Это, милую это добрую игрушку? Мы же в аду находимся. Что здесь милого и доброго? Мы здесь извращенцев-то пока нету. Нет, здесь все хорошо. Я... По логике, они все там. Но мы их не видим. Но они все должны где-то быть прикованные цепями к стене, и в них должны тыкать вилы им в одно место. Раскаленные. Поэтому мы не должны... Мы только слышим какие-то крики, это... Еще какие-то инженеры ходят. Это был это... Мавроди был. Вот он в аду со своими акциями МММ шел в чемодане. Погоди, а он... Чего только не увидишь. Он уже помер, что ли, Мавроди? Нет, ему давно пора. За что снеговик? Снеговик, наверное, подарки украл для детишек на утреннике. Поэтому его в ад отправили.
кнутом побью. Володя, ты там иногда обновляй чат, там кто что пишет. Ну да, я вижу тут. Вопрос сразу к тебе. Планируешь ли проходить Обскур 2? Обскур 2? Ну я уже писал в комментариях, что если просмотров наберет приличное видео, то пройдем. Вроде как там несколько человек писали, просили его пройти вторую часть. Что-то просмотров мало набирает. Пока не хочу. Попозже, возможно, пройдем. Так, ну и тут все здороваются. Привет, Данил. Шушпанов. Во! Просто я плохо понимаю английский буквы. Я в России живу. Так, что тут еще? Для меня вопрос есть, в какие модификации играл GTA Vice City. Ну, как вам сказать, я предпочитаю только оригинальные игры. Модификации редко когда ставлю и редко когда играю. А в них часто есть дисбаланс и прочая такая вот канитель. Кстати, тоже редко люблю всякие дополнения и моды. Оригинал больше по душе. Кстати, у Червяка Джима есть замечательное продолжение, вторая часть, которую мы тоже обязательно пройдем, думаю, довольно скоро. И у него еще есть третья часть, о которой знают немногие. Многие удивляются, что такое третья часть Червяка Джима. Третья часть Червяка Джима называется Джим Червяк 3D. Вышла она на консоли Nintendo 64, поэтому в России она неизвестна практически. В России, да и честно говоря, игрушка немного галимая была. 3D не пошло. А почему игрушка была так галимая? Потому что, если я не ошибаюсь, разработчики уже сменились. Права проданы были, разрабатывала другая фирма. Ну, это вполне возможно. Вот ты как раз и ответил на следующий вопрос. Сколько всего частей было по Червяку Джиму? Есть еще часть Червяка Джима на Game Boy. Она немножко отличается от оригинала сеговского. Там она немножко урезанная, переделанная, но в принципе почти то же самое. Также есть переиздание HD Remake. Вот я как-то и HD Remake пока еще не играл, и вот геймбойскую версию тоже пока не видел, ничего про них сказать не могу. Кстати, Червяк Джим был портирован, он изначально был на Sega Mega Drive, и был портирован очень на многие консоли. Также он был на для Windows 95, по-моему, для Xbox. Там были добавлены уровни. ПК-версию там были добавлены новые уровни. Так, еще спрашивают, планируете ли пройти Revenge of Shinobi? Shinobi, да, обязательно. Неплохая игра. Там вот на самом деле Shinobi одна часть, по-моему, на Sega Mega Drive. Там американская версия, по-моему, вторая, японская третья, или наоборот. На самом деле, я помню, какая-то Shinobi 3, что ли, была? Вот Shinobi 3 и Shinobi 2 — это одна и та же игра. Угу. Ну вот я в нее, просто в зависимости от американской и японской версии. В Америке, в Японии разные части считаются. Что там где-то выходило на какой-то платформе, ну как обычно. Запутаются, потом хрен разберешь, где чё. Пол Зак передает вам привет. Привет, Пол Зак. Да, Ариэль пока мочит зловредов. Прям я его уже 7 раз убила. 7 раз убила. У него 9 жизней, да, как у кота. Так он же 2 раза. Вот все уже. Всё. А, вот у него прям на груди цифра написана была, какая это была жизнь. Да. Он так быстро умер. Гроуви. Что значит гроуви, кто знает? Это значит прекрасно, но в английском сленге это значит, что вы... на наркоманились, так сказать. То есть червяк... Ариэль, вы на наркоманились. Да, червяк Джим... Ну, недаром есть музыкальный стиль группы. Мы по наркотикам находимся. Ну, вот сейчас вот мы летаем по какому-то турбо-туннелю. Да еще и с каким-то странным... С петухом, с реактивным ранцем, поэтому... Причем сидя на ракете. По-моему, приход был неплохой у нас. Так, спрашивают, вы в сеговскую версию играете? Да, это, конечно, да. Это на Сеге. Неужели вы ее не узнали?
Потому что версия, допустим, на Super Nintendo и Sony PlayStation, она на самом деле хуже, чем на Sega. Там хуже музыка, хуже звук. Вот единственное, что, возможно, лучше версия на ПК, но я в нее не поиграл, не знаю. Так, ну и все, пока вопросы исчерпаны. Насчет грува, есть же такой музыкальный стиль тоже для наркоманов, походу. Я знаю, диджей Грув есть он. Да, диджей Грув вообще знатный наркоман. Наркоман поет всякую хрень. Он не поет, он что-то там ковыряет пальчиками, водит по диску и из этого извлекает музыку. Ужас. Недаром же он диджей. Снова вот я погнался. Вот прет. О, тебе еще один контейнер. Да? Конечно, заработала. Ты заработала кредит. Можешь обналичивать. Да пока еще рано. Вниз по трубам. Этот уровень состоит из двух частей. Вот это сложный, кстати, уровень. Чё тут сложного? Тут долбят прям тебя. Хватают и долбят. Ну что тут сложного? Саня, вот ты говоришь, тебя берут и долбят. Это звучит, ну не знаю, как-то пошло немного. Вообще, вот я вот смотрю в глаза червяка Джима, он так довольно серьезно настроен. Да, конечно, он борется со злом. Задница понимается. Иногда. Тебе нравится его задница? Нет, просто это он так забавно делает. Откуда у него задница? У него в скафандре пустота на самом деле. Ну блин, а как он вообще тогда цепляется к кругом? Вот мне вот это интересно. Это вообще загадка века просто. Кстати, говорят, что ты секрет где-то пропустила в самом начале. Ты не все секреты пока. Ты оседлала хомяка. Да, и сожрала всех. Так, Саня, в какие части из серии Кастельвания ты играл и какая часть понравилась более всего? Я играл только Саймон's Quest. То бишь что? Ну, я имею в виду это на Денди. Я играл также в ее переиздание на Сеге, еще играл, не помню, какую-то часть на Sony PlayStation, которая мне очень сильно понравилась. Это которая 3D-шная была, да? Нет, она 2D. А, 2D? Да, она 2D, но она очень классная, она мне понравилась, и я как-нибудь обязательно по ней запилю стрип. Да, она отличная. Не помню именное название, но игра просто офигенная. Я тоже не помню, а случайно это не на нее сделали переиздание, вот сейчас вот на, ну, вроде какое-то вышло на PlayStation 3. По-моему, нет. Тоже, которая 2D была, там да, еще там какая-то смесь, сказали, Кастельвания с Devil May Cry. Ну, вот на PlayStation 3. Так. Куда-то плывешь под водой. Да, я опускаюсь все ниже и ниже в глубину. Ты в детстве у меня не было. Почему трансляция в маленьком разрешении? Ребята, только после обработки ролика, после стрима появится высокое разрешение. А, нет, а там выше 480-го не будет. 480-е всегда вещали. Ну да. Но потом после обработки, если ты вот, например, 1080 вещаешь, то она только после обработки доступна станет. А сейчас в каком могут смотреть люди? Сейчас скажу. 360. А, нет, 480 максимально. Там разрешение поменяйте просто в настройках. Оно у вас появится. Спрашивают, какие есть секреты и пасхалки в этой игрушке. Здесь их очень много. И я нашла далеко не все. То есть ты настолько хардкорно, что даже проходишь игру, не посмотрев прохождение на Ютубе. Все сама находишь? Конечно. А смысл тогда вообще играть? Блин, вот, золотые слова. Я вот тоже не люблю вот, смотреть вот, прохождение те, которые я еще не прошел. В смысле? Золотые слова, спору нет. Так. Пишет, что первая часть хардкорнее, чем вторая. Тут да? Я даже, наверное, соглашусь. Хоть вторая часть более, может быть, разнообразна, больше там всяких приколов и фишек. Она... Первая будет сложнее. Вот есть вот секрет. И еще пишут, что была версия на Sega CD с дополнительным уровнем, и музыка там уже в качестве CD была. Ну да, это тоже было. Вот, очень интересно мне стало. Я вот ее не видел, надо будет обязательно ее посмотреть как-нибудь на досуге. Так, Ариэль, что ты делаешь? Ты взрываешь мины или что? Нет. Или ты их обезвреживаешь? Я...
Вкачиваю себе воздух. А, иначе вот я задохнусь под водой. Вот, мне дали 99 секунд. Мне нужно... Последний глоток перед смертью. Саня, Саня, тебе написали название Кастельвании. Обязательно ее делай. Кастельвания Symphony of the Night. Простите за меня. Да, ночная симфония, что-то такое. Да. Она самая. И говорят, зачем Себу в HD стримить? Как сказать? YouTube так говнякает видео, что приходится. Не знаю, при том, что мы сейчас играем в окне, растягивает это на 720, смысла особо и нету. Ну, качество лучше-то особо не станет. Только лаги стриме могут появиться. При том, что сейчас стримим сегодня первый раз на новом дизайне. До последнего я держался. Стримил по старинке. Да, вот такие вот дела. Так что еще пока все это дело не обкатано, нам мы сами изучаем проги. Поэтому... Не растянуто на весь экран теперь изображение, вот оно всегда на весь экран было, вот с этими новыми новшествами, теперь даже вот растянуть на весь экран не получается. Да, приходится играть в этом маленьком окошке. Так что вы, люди, должны нас понять и простить. Мы исправимся, может, когда-нибудь изучим все тонкости Ютуба, и все будет шикарно. Ну, тем временем Ариэль немножко полопалась. Ну, да. Никак по-другому. Ну, я уже почти все. Кончается воздух. Насколько я помню, я вот когда играл, нет, вот, зашла, как, жива, я дошла. Для меня вот самое сложное было вот в этом пузыре, по-моему. Это самое легкое, мне кажется. Ну не знаю, для меня самое сложное было, но я давно играл. Встречаем босса, самого сложного в этом, в этой игре, которого мы просто уронили. Жесткий босс был. Я так долго готовилась к его встрече. Так, сейчас надо так, обновить щас. Почему мы накладываем, если сам он владеет этими подводными мирами? Кстати, помню, как я поиграл первый раз в червяка Джима. Я взял, выменил у кого-то картридж Comic Zone, которая мне очень нравилась. Это была моя любимая игра в детстве. И хотели мы с братом в нее поиграть. Вот, шли мы мимо одного моего одноклассника, и он увидел, что я несу Comic Zone, и он чуть ли не на коленях меня умолял дать ему поиграть хотя бы на денек. Взамен он вытащил мне кучу картриджей, и там вот как раз таки в этой куче картриджей мы нашли Червяка Джима 2. Вот, взяли его поиграть, первый раз мы в него поиграли, игра нам очень понравилась, наверное, не меньше, чем Comic Zone. Тогда мы, помню, всю ночь мы проиграли в Сегу, прошли эту игру, по-моему, даже не с первого раза, но прошли. Одна из вообще, вот по уровню хардкора примерно как отнесешь эту игрушку? Ну не знаю, раз в детстве смогли пройти. Ну в детстве поразительно, но у нас скилл, возможно, даже в некоторых местах и выше был. Сейчас мы не так часто играем, а вот в детстве-то мы могли почаще это делать. И, естественно, могли пройти вот такие игры, как Кастельвания. Проблема раунд один. Да. Что это за слизняк? Я его ненавижу. Это какой-то высер Бугермена, по-моему. Как-то его зовут, кстати. Ариэль, расскажи, как ты вообще познакомилась с червяком Джимом? С чего начались твои знакомства? Ведь здесь, наверное, какая-то история есть. История? Да нет никакой особой истории, просто... Так нашла кадриш у кого-то. Уже не помню даже у кого. Поиграла. Мне понравилось. Какого, первого или второго? Первого. Я начала с первого дека. Вот. Мне понравился. Такой безбашенный. Вот меня прикалывает вот это вот, как на висюльках. Прыгайте, да, это угарно. Вообще анимация поразительная, конечно, в игре. Вот даже вот сейчас вот в современных инди-проектах не часто встретишь такие вот, такую вот анимацию. Ну, да даже в проектах как бы класса АА тоже такого не встретить. Так, что тут еще? В новом видео из рубрики «Игровое днище» была показана игра про бобра. Это не бобер.
Да, это не Бобер. Да, это Видра по имени Каваусса. Даже запомнила ее имя. Такой не забывается. И что там дальше? Так вот, возникло мнение, что это был не Бобер, а какой-то чувак в костюме бобра. Ну вот, наверное, вопрос, действительно ли это так или нет. Нет, нет, это настоящая выдра. Вот, по этой манге сняли совсем недавно ОВУ, 50 серий. Я как-то включил, посмотрел пару серий, там вот это... Там такой беспредел. Да, это... Японцы умеют отжигать сто пудов. Например, помнишь, мы недавно проходили игру, как она, Kamen Rider? По-моему, да, это жесть. Жестокая игрушка. А вот, кстати, вот я тут согласен с Рексом, что это был не Бобер, а какой-то чувак в костюме бобра. Я тоже первый раз, когда увидел эту игру, такое ощущение сложилось. Причем он натянул лосины и всем раздавал пощечины. Да, это поразительно. Все время я потеряла первую жизнь. А кто-нибудь из вас смотрел мультики с червяком Джимом? Вот пишут, что показывали по ОРТ, вот и я вот не помню. Показывали по какому-то каналу, рано-рано утром он шел, и я в это время спал, я не мог так рано встать. По-моему, в 6 утра или в 6:30 его показывали. Я так рано никогда не вставал. Ты прям как я тоже не могла утром встать, поэтому я его тоже. Поэтому первый раз я посмотрел Джима уже взрослым, когда появился интернет. Я вот помню, что вместо червяка... Ты победил. Я вот смотрел, когда просыпался. Я победила этого слизняка. Молодец, Ариэль. Но снова погоня. Действительно, эго начинает падать, ведь действительно девушка нас обыгрывает. Так, ладно. А вот я вот помню, что я когда просыпался, если ты говоришь рано утром шел этот мультик, то я включал второй канал и пока собирался в школу, смотрел там видеоклипы, показывали в основном какую-то Агату Кристи, короче. Там «Опиум для никого», вот такие вот песни. Да, кстати, это я тоже смотрел по утрам какие-то хрень. Так, что тут еще есть новенького? Сейчас чат обновлю. Стопудов есть какие-нибудь вопросики? Слушай, вот в этот турбо-туннель залипать очень по накурке было бы здорово. Я бы поиграл, да, вот такая. Обдолбался и вау, мы летим. Да, вообще замечательно. Ну это пока тут просто все. Потом будет сложней. В юности мы с братом как-то залипали в визуализацию Винампи. Но это отдельная тема. Не будем вдаваться в подробности. Мы, наверное, прили вначале, потом залипали, да? Ну, мы не будем вдаваться в подробности, как это было. Все было понятно весело. С тобой. Представляли, что летите внутрь Винампа, да? Как-то уровень так. 5. Мы попали в какую-то космическую лабораторию. Спрашивают, а вы играли в Rayman Legends? Это вот недавно вышла игрушка. Нет. Вселенная Rayman. Я вот играю в современные игры. Ну, она, знаешь, все-таки Rayman, они... Можно их расценивать как старые игры, так как геймплей у них не меняется. Я вот играл в две части вот про этих кроликов. Там... Нет, это не про кроликов. Кролики — это вообще ошибочное мнение, что они главные вселенной Rayman. Нет, это не так, просто... Нет, было две игры к Rayman, там вот как раз таки с этими кроликами было много мини-игр. Это Rayman Rabbids, а вот, вообще да. Вселенная Rayman немного другая. Это, можно сказать, спин-оффы идут с кроликами. Это понятно, Rayman я первый раз поиграл вообще на смартфоне, был какой-то Rayman. Ну вот я поиграл вот в Rayman Legends, я и в Origin поиграл, когда она вышла. Вот что можно сказать? Отличнейший платформер. Отличный персонаж, управляется, все весело, бодро, кстати, красочно. По-моему, как раз таки в этот Rayman я играл, там где можно выбирать персонажей, за которого ты будешь играть. Это, наверное, в Origin играл. Legends. Да, да, Origin. Там да. Вышел. А, продолжение, причем он да? Пришел с Wii U, насколько я помню. И там даже вот. Что-то осталось от управления, как у Wii U было. Там нужно было управлять еще дополнительно лягушкой, которая летает, насколько я помню. Ну, вообще веселый такой платформер,
крутой, мне понравился. Но визуально мне Origin больше почему-то понравился, не знаю почему. Origin был на самом деле неплохой. Да, очень хороший. Куда это тебя тащат? В клетку какую-то посадили? Да вообще, издеваются как могут. Бедный Ариэль. Да, меня заперли в клетке. Ну, клетка, по-моему, сама едет. Да. Сейчас на меня будут падать, ну, какие-то... Ну, не знаю, на... что это. Как в ночных клубах, знаешь, девушки в клетках танцуют. Спрашивают, на каком уровне сложности вы проходите игру? На стандартном. Ну, вы в опции же не заходили, значит, нет, да? Ничего не меняли, никаких настроек. Ой, ой, себе сейчас конец. Ну я вот не знаю, болеть за Ариэль или не болеть. Все-таки на кону наша эда. Рассинхрон, жестик. Ну перезапусти. Че, не пашет? А, ну у нее беспроводной джойстик, который она очень любит, который я терпеть не могу. На самом деле, да, с беспроводными постоянно какие-то... Вот он заклинился. А джойстик, если не секрет, какой? От PS2? Джойстик? Да. От PS2? Что происходит? Ну что ж поделать? Сань, ну дай ей свой джойстик. А, да, сейчас подключу. Да, ребята, вы не ослышались. Ариэль и Саня сидят в одной комнате. Где-то там. Нет, вот он. Бывают технические неполадки. Ну, это же стрим, все не предусмотришь. То есть, конечно, там, если на запись можно что-то вырезать, что-то там подправить, здесь ничего такого нет. Все в режиме лайв, ребята. Это хардкор. Причем даже без сейвов, нафиг они нужны. Мы же олдскульные геймеры, кому они нужны? Действительно. Так, сейчас посмотрим, что в чате пишут. Может, Ариэль тебя пожалеют хоть тоже. Сомневаюсь. Видать, ты так сильно играла, что джойстик не выдержал напора твоих пальцев и решил развалиться. Сейчас. О, мы видим настройки эмулятора. Да. Пишет, что еще какой-то отличный мультфильм выходил, который назывался Action Man. Помнишь, Сань, такой мультик? Я вот что-то вообще не помню. Action Man? Нет, не помню. Да, вот как-то не видели мы их. Action Man такой. Я помню, были мультики про Химена, про Ширу. Про Ван Дер Би, японский мультик, там где люди летают внутри людей. А я вот помню, видел, при помощи видел даже картинку у друга, где Химен очень сильно тужится, и мы почему-то всегда ржали над этой картинкой. Мне, вот. Если смотрел кто Робоципа, там очень такие прикольные миниатюры всегда были про Химена, они меня очень всегда радовали. Ну вот, вернулись мы в режим. Так, все нормально у вас, да? Игры, да, все нормально. Все, подключил я другой джойстик, перенастроили управление. Спрашивают, а когда мы будем стримить вторую часть червяка? Думаю, в ближайшем будущем. Следите за новостями на канале. Для этого подписывайтесь, кто не подписался. Конечно. И всегда вы будете в курсе новых событий. Ну вот, кстати, сколько? Три или две жизни, да? Две жизни. Из-за своего любимого джойстика. Черт. Ну у тебя новости, насколько я помню, выходят не только на канале, еще у тебя в группе ВКонтакте выходят новости. Все можно узнать. Все для вас сделано, легко все найти.
к нам присоединился Юрок Таранин. Привет, Юрок. Привет. Кто помнит, сколько уровней выиграл? Я не помню в упор. Я вот тоже не помню. Ну вот и посчитайте. По-моему, это пятый или шестой. Это пятый. Он даже так и называется. Пятый уровень. Нет, это не креативно какое-то название. Нормально все, наоборот, это необычно для этой игры просто назвать уровень 5. Почему никто не сделал игру просто с названием «Игра»? Есть такая. Игра часть 1, игра часть 2. Часть игры. Есть такая игра. Кстати, это было обстёбано в этом в фильме «Полицейская академия 7», насколько я помню, да? Где в России-то были они? Там игра один, игра... Чувак там производил игру. В которую был вшит какой-то вирус, который таскал пароли от банковских ячеек. Ну, сейчас я уже точно не помню. Посмотрите, если хотите. Вот, ты сейчас долбишь какую-то макаку. Кстати, вот какая-то макака, по-моему, этот костюм ты и создавала. Где-то она и есть, там какой-то гибрид там макаки с человеком, он какой-то мутант, вот ты его гоняешь. Как раз мы в какой-то лаборатории, наверное, вот здесь вот этот костюм и будет создан. Возможно. Вперед. Во второй части мне нравится, там будет такой щенок. Теперь мы отправимся в секретную комнату. О, давай. В тайную комнату. Тайная комната, где очень темно. Здесь есть прожектора. Ты можешь танцевать как... в свете прожектора. Это считайте вот сейчас как Гарри Поттер и тайная комната. Кстати, мы тоже постоянно ржали, когда слышали это. И музыка такая. Двоякая фраза. С 60-х годов. Да, веселая такая музычка. Куда же нас проведет эта комната? Не знаю. Повсюду злые глаза. Да. На него чуть не наступило. Да я бы и не наступила. Я же не наступила. Ребята, от вас не просто просят, от вас требуют. Пройдите Пиноккио. Будете проходить? Пиноккио? Да. Я не видел такой игры, но я посмотрю обязательно. Нет, не просят, а требуют. Вот, прям вот возьми, Саня, пройди. Чё только не... Почему только игр не сделали, а? Спрашивают, а что у вас за компания ВКонтакте? Компания? Это просто группа ВКонтакте. Ссылку можно найти в описании канала. Зайдите, посмотрите. Мне кажется, что-то тут нехорошее все равно можно встретить в такой темноте. Можно на ржавый гвоздь наступить, получить столбняк и умереть. Ну, это-то да, но... Блин, что-то у меня такое чувство... Странное. Ой, точно? Какие большие глаза. Где эти большие глаза? Чёрт. А, не догонишь, не догонишь. Не догнал. Ты вовремя свалила. Нет. Эти глаза ну, могли молодец. Тебя засмотреть до дыр просто. Какими глазами. Чё за... Мозги это или что такое? Это прыгающие мозги, да. Боже мой. Да, ну это что? Мне вот слышат вот эти зеленые штуковины, из которых еще выпадают червячки. Вот, Саня, вот ты вот сомневался в креативности компании, которая разрабатывала эту игру, пожалуйста. Вот мозги и прыгают. Глаза на тебя пялятся. А, ну то, что название не креативное. Да. У них все в порядке с креативностью. У них все ушло на придумывание анимации, мультипликации, поэтому. На название не осталось. Не, спору нет, это, наверное, алмаз на сейге, так сказать. Эта игра реально шедевр. Тут гадалки не ходи. Выжимала из консоли все. Самое, что интересное, нету таких глюков, как на Денди. Да, вот на Денди, если игра слишком мощная, то там начинают пропадать спрайты. Ну там, видишь, сама архитектура Денди не очень располагала к большим таким анимациям и... множеством движущихся объектов. Конечно, там глюки были. На Сеге, слава богу, такой беды не было. Вот этим... Еще и этим Сега лучше Денди.
Ну, не знаю, видишь, кому как. Вот, например, как по мне, так мне Sega не так близка, как Денди. Но тут опять же, наверное, из-за того, что Sega-то у меня не было своей. А появилась она у меня близка, гораздо. Не близка, если как бы сравнивать консоли, да, там можно сравнивать там Sega и Super Nintendo, но Sega и Денди сравнивать. Да, вот. Не с чего сравнивать. Да, в консоли надо играть, а не сравнивать. Они все хорошие. Даже вот, например, взять современные консоли PlayStation 3. Да, она суперская вроде консоль, но, опять же, я в нее... Вот все, наверное, друзья, которые у меня есть в сторе, они видят, что я играю, например, в нее крайне редко. Вот не знаю, вот дети, которым сейчас 6-7 лет, да, будут ли они, так сказать, 20-30 лет с такой ностальгией, а у меня вот была PlayStation 3... Мне кажется, не будет. Такого. Нет, ну тут же опять вот такая ситуация, что, например, нам консоли, если доставались, то это было чудо. А сейчас консоли достать без проблем можно. Все современные консоли, они стоят буквально копейки, любой их себе может позволить. Особенно на сейчас выходят PlayStation 4 и Xbox One, так вообще цены упадут. У этого человека, у него из головы торчит обезьяна. Профессор обезьяноголовый какой-то. Да, вот это вот он. Понятно, почему он придумывает костюмы для червей. И прыгающие мозги. С обезьянами-то в голове. Люди с тараканами-то в голове, не пойми, что творят, а с обезьяной в голове-то как-то. Совсем плохо. Саня, тебе вопрос, наверное, тебе его уже много раз задавали. Собираешься ли ты покупать какие-либо консоли? Нет, не собираюсь, потому что у меня нет телевизора. Консоли без телевизора. Не, ну почему для телевизора? Их можно через HDMI также к мониторам подцепить. По-моему, сейчас все абсолютно современные мониторы поддерживают HDMI. Вот в оригинальную Денди даже играть на ЖК-телевизоре не то. Я пробовал. Некрасиво, да? Да, как-то растянуто. Но я бы не сказал, что некрасиво, понимаешь? Когда я в детстве играл в ту же Денди, у меня всегда были какие-то помехи на экране. То там полоска какая-то бегает, то еще какая-нибудь беда, и все это в черно-белом цвете. А вот сейчас вот к плазме подцепляешь Денди, и все хорошо идет, так что не так все плохо. Да, там пропорции немножко изменены, но да елки-палки, кому нужны эти пропорции? Мы играли, можно сказать, вообще на говенных телевизорах, и нормально все было. Я уже много раз рассказывал, на чем мне приходилось играть. На чем тебе приходилось играть? У меня... Сначала был маленький черно-белый кварц, потом мне привезли большой кварц, якобы цветной, но по дороге его заморозили, и я играл в полосатый кварц, были цветные полоски. Потом на нем что-то случилось, и он стал полностью зеленого цвета, вместо черно-белого я играл в черно-зеленый монитор. Цветную тошибу играть мне не разрешали. Ну потом на кухне купили еще маленький цветной LG, и на нем мне уже разрешали поиграть. У меня такое чувство, что только мне разрешали в детстве играть на цветном телевизоре. Только тебе. Ни мне, ни братьям, ни друзьям, никому не разрешали. А мне вот разрешали. Наверное, потому что ты девочка, и всегда родители любят, наверное, больше. У меня еще был старший брат, чего был, да. Вот, он тоже играл. Ну слушай, тебе повезло. Вот да, я помню, что потом у меня родители купили шарф, видеомагнитофон и телевизор. Сразу вместе купили. И все равно они меня даже близко не подпускали к нему. Пошел вон со своей дындей, говорит. Папа мне все время так говорил. Я обижался и шел к своему телевизору Радуга, который он мне потом отдал. Все равно там в нем декодера не было, хоть цветной был, но все равно все шло в черно-белом цвете. Даже не в черно-белом, а каком-то. Немного зеленоватым, что ли, или синеватым таком вот цвете. Тиховора наконец-то просек, что может использовать ускорение, так же, как и я. Теперь его обогнать сложнее. Но не хочу проигрывать ему. Какой-то куриц. Просто петуху проиграть. Ты что, Риэль, нельзя так. Да я не проиграю ему, я не хочу с ним потом биться. Хотя он там...
кнутом ему понадаешь, он улетит. Точнее, это не кнут, скорее. Собой. Собой. И забьешь петуха собой. Ну вот. Здесь я тоже сначала подумал, что это хлыст, либо кнут. Но потом мы присмотрелись и поняли, что мы ошибались. Вы же столько ошибались. Все для Пита. Пит? А, вот он, этот щеночек, да, который может милая превращаться. Милая розовая собачка, которая попросила провести его до дома. Его, по-моему, облили чем-то, да, какой-то дрянью, что он превратился в монстра. Ну, когда злится, он превращается, не пойми в кого. Начинает рвать всех вокруг, как тузик-грелку. Знаю. Я как раз смотрел вот эту серию. Этого Пита. Ариэль, к тебе личное такое предложение. Пройди русалочку. Русалочка? На Сеге разве что, Дэнни Каспер, по-моему, у нас пройдет. Блин, у меня сейчас закончится. Патроны оружие! И жизнь. И жизнь тоже. И Пит у тебя закончится. Нет, я убегаю, смотри. Я сбежала. Ну, Пит меня. Пит разозлился, что ты сбежала и порвал тебя. Так, к нам добавился Алексей Щербаков, привет. Тоже олдскульник пишет. Ну, у меня в основном олдскульщики на канале. Ну да, можно сказать так. У тебя вот даже вот новых игр-то и нету. Если самый новый, это, по-моему, только Postal, да, SWAT 4 у тебя там. Не, ну там изредка бывает. Играю в новые игры. Ну, обычно я ничего не записываю по ним. Тут Warframe мы как-то записывали. А, ну да, мы там что-то... Какую-то фигню. Пишут, что полет с курицей был эпичный. Ну да, 100 пудов. Да, какие-то... Инопланетные щупальцы напротив в окне Марс, вот еще какая-то планета еще вдали, Меркурий, наверное. Ну тут вообще странно. Уровень психоделии зашкаливает. У тебя же есть скафандр, значит ты должна быть космонавтом, все верно. Да, еще вот только эти... Девушка-космонавт. Это Терешкова или Зоя Космодемьянская, по-моему, так ее звали, да? Я вот. Не знаю. Ариэль, мы знаем теперь, кто ты. Я не шифруюсь. Ты Терешкова Космодемьянская? Нет, Терешкова. Терешкова. Боже, всегда мечтала быть такой. Ну, если выйдешь замуж за Терешкову, у тебя будет шанс. Так что, если в чате есть Терешковы... Можете это подсуетиться. Кстати, вот поразительно, как совпало вот фамилия у Космодемьянской. С космосом связано. Ее, наверное, только за фамилию и видели. Ну чё ж ты так сразу-то? Странно, что вот ты бьешь Пита по жопе, а он не злится от этого. Может, ему даже нравится. Вот как я такая? Вот, это было обидно. Ты нежненько так похлапываешь ему по попе. Видишь, как? Все очень аккуратно. Ты че это он тебя выпил? Че, он сожрать меня должен? Даже не побил. Достаточно и того, что он меня просто схватил. Ну, за что? Пытается похитить это НЛО. Да. Все тебя сегодня не любят, все тебя бьют, обижают. Все ненавидят, какой ужас. Да блин, а ты там свалился. Ой, я еще назад оттаскиваю этот негодяй. Какой-то вредный щенок, слушай, я вот сколько смотрел Джима, от него одни проблемы от этого щенка. Ну это да, вспомните вторую часть. Тоже там проблемки были. Теоретный дождь. Снова. Вы не в Челябинске, нет?
Да не знаю. А то атмосфера такая челябинская. Метеориты там, все плохо, все бедные. Все несчастные. Он там жизнь, я, наверное. Я не буду никак. То я сломлюсь точно. Даешь карту что-нибудь последней жизни. Страшное. Потащили этого щенка. А сейчас мы, кстати, где находимся? Это астероид или что это? Не знаю, это какая-то пропустил. Планета, в общем. Тут было две стрелки. Приключением и домой. Я решила его все-таки отправить домой. Да я надеялся, что ты его отправишь на приключение, а сама домой свалишь. Ну ты не ищешь легких путей. Конечно. Так, и снова. Снова гонки с турбопетухом. Он мне так надоел уже. Реактивный турбопетух. Надо его обогнать и не дать ему возможность взять ускорение. Иначе будет все плохо. Вот что я делала. Ты, по-моему, в него врезалась. Да, я в него врезалась, но он все равно взял это. Вот. Видишь, что происходит? Ариэль, а ты-то играла в HD Джима-то? Нет, не играла. Ну тогда не знаю. Вот тут вопрос просто есть такой, что просят пройти HD Джима. Нет, все HD ремейки я не прохожу. Я люблю оригинал. Ну вот и я тоже люблю оригинал. Тем более, что я все равно играю в окне. Какой смысл мне играть в HD ремейк в окне? Действительно. Все равно я его погнала. Меня больше прикалывают HD ремейки вот на консолях, которые выходят. Например, там Golden Axe выходила. По сути, та же самая игра, но просто растянутая в HD, но даже не растянутая, все равно остаются как бы пиксели-пикселями, только они крупнее становятся. В общем, рубят бабло как хотят. Но здесь, кстати, вот этот вот HD ремейк, он достаточно качественный. Так что, не знаю, может, стоит в него поиграть чуть-чуть. Так, это что за летающие рыбы? Это ты в желудке у кого-то, что ли? Да, но мне больше это раковый опухоль какой-то напоминает. Ты внутри раковой опухоли? По-моему, это кишечник. Причем зеленый, да, по-моему, это кто-то... кишечник. Я только не понял, чей. Не знаю, он вечно куда-то заносит. Ну, вообще-то он лазится по кишечникам, если то у коров, наверное. Мне так кажется. То есть он не земляной червяк, он сменил профессию, стал глистом. Да, вот что в таком... Глист в скафандре, вот откуда пошло выражение. Червяк Джим меняет профессию. Это про него. Да. Черт. Был земляной, стал... Не земляной стал. Опарыш. Не робок, не козист. Саня, знаешь, что еще тебя просят? Чтобы ты сделал туториал по хамачи. Вот так вот все серьезно. То есть вот ты туториалами сейчас иногда занимаешься и записываешь. По хамачи, ну, если вы хотите поиграть в Сегу, либо в Денди по сети, у меня есть видео, и там показано, как пользоваться хамачи. Что еще нужно людям, я не знаю. Что там можно еще объяснить? Все объяснено, показано. Также просят уже продолжение серьезного Сэма, второе пришествие. Вот думали мы про продолжение серьезного Сэма, собраться и пройти. Да, проблема только в том, чтобы собраться в одно время. Это не всегда получается. Сейчас еще много уже интересных игр на очереди будут. Следующие уже недели хочется подготовить, ну, не буду пока говорить что, но много уже интересных игр есть. К стриму готовиться это не один вечер, поэтому вот все записать сразу не успеваем. Ну да, иногда игры долгие бывают. Ариэль, как тебя зовут? Спрашиваю. Ариэль, приятно познакомиться. Я зовут так, Ариэль. Умудрилась я умереть тут?
Откуда её... вы появляетесь? Судя по ее полному никнейму, ее зовут Черная Роза. Темная. Дарк это темная? Да. Да. Какая разница? Темная, черная. Да вообще разницы никакой нет. Не знаю, почему-то вот его сейчас заговорил, я вспомнил о таком побоище алых что-то и белых роз, насколько я помню. Историю кто-нибудь помнит? Чтобы розы воевали, не помню. Туда понесло. Это может быть и во времена царя Гороха, конечно, было. Ну, да, где-то там. Грибы воевали с кем-то, с царем Горохом. Ариэль, ёлки-палки. Ты должна об этом знать. Там да тоже почему я должна об этом знать? Ну ты же из клана темных роз. Должна помнить, когда белые розы с розами воевали. Это, наверное, при Юрии Шатунове было. Когда белые розы, беззащитные шипы. А это розовые розы, о, Светки Соколова. Это все из Юры Шатунова, слушай. Ты что там нам рассказываешь? Я ничего не рассказываю. Это... Топ-10 на MTV, что ли, 80-го года война была? Нет, действительно, как это там бодяга была. Возможно, я, конечно, ошибаюсь, возможно, это что-то художественное. Ты прощаешь, что ты нового слушаешь. Все, ты меня слышишь. Уже война какая-то снится. Слушай, а ты думаешь, Юра Шатунов когда-нибудь повзрослеет, будет выглядеть? Ну что, живой еще, не умный? Он выглядит всегда пареньком таким молодым. Не стареющий какой-то. Так потому что это не он, там же было 50 групп. Ну понятно. Я смотрел фильм, вы снимали про Ласковый май. Ну да, я знаю это. Это, наверное, его дети, которые... А, уже дети детей, да? Дети детей это уже детская порнография. Ну что ты вообще думаешь? Саня, Саня, блин, ёлки-палки. Вы сами сказали, дети детей, блин. Наводите меня на мысли какие-то. Так это же и мы виноваты, да? У нас добрые мысли. Ты вот так вот переначиваешь. Матвей, это последний уровень. Последний уровень. О, музыка мне очень нравится в этом уровне. Это лучшая музыка за всю игру. Во! Историческая справка. Есть знающие люди в чате. Война Алой и Белой Розы. Она была так названа из-за гербов семей королей стран. Англия, Алая Роза, Франция, Белая. Шла с 1040-55 по 1455 по 1485. Нифига не воевали. Долго чудо. Скучно просто было. С оружием, просто напряг. Да, черт, это лазер. А, лазер. Все в порядке. Все под контроль. Вот значит, вот, ребята, я не набрал. Значит, было такое, блин. Что ж. Ой, ой, жалят, жалят пчелы, да. Прямо. Мне интересно. С головой все в порядке у Джима, когда он спускается. Понимаешь, он земляной червяк, даже если его порвать пополам, то их станет два Джима. Да нет, он умрет. Нет, а Юджитик станет два штуки. Сомневаюсь. Червей же у них все проще. Да, они размножаются делением, я так понимаю, да? Пополам разрежу два червяка. Ой, я такую... Ты на континиуме встал. Чё я сказал? Что думаешь, я не справлюсь? У тебя 26 ФП. Всё в порядке. Пока. О, ты... Регенерировалась. Да. Я восстановилась. Пять пчелы. Как они мне надоели. Тут да. Еще какой-то финальный босс должен быть. Должен быть. Мне еще и жизнь дали. Почему он визжит, как поросенок, когда берет жизнь? Не знаю, он так радуется. Жизнь.
Учитесь. Я, наверное, больше скажу, почему он вообще какие-то звуки издает. Это ж червяк. Ну вот он говорящий червяк. Вот нам подсказывают, червяки размножаются лопатой. Да, это действительно так. Я вот один раз видел брата Джима. Я ездил с ним на рыбалку. И как брат Джима? Поймал на него карася. Одного большого хоть. Да. Да? Хорошего. Хорошего такого. Хорошо, у нас в чате нету Гринписа. А то б они тебя за брата Джима. Ну, Гринпис, они червей не особо защищают. Да? Кто их знает, что они там защищают? Ну, уже непонятно, что там защищают. Они, по-моему, только они сами себя защищают. Прикинь, Гринпис себя запишет в красную книгу и будет сама себя защищать. Да, они там сами все животные. Да, действительно так. Ой, ой, все движется. Ой, как все быстро закончилось-то. А смотри, это... молнии красные стали, были синие, стали красные. Ну все меняется. Что-то пчелы. Арей, это не к лучшему. Ты говоришь, пчелы надоели. А мед любишь? Да нет, я бы не сказала. Не любишь? Ну вы тогда, Андрей, вот видите, действительно надоело Арей мочить пчел. На каких-то зеленых соплях. А теперь встреча с боссом. Кто это? Это какой-то... Он вот похож это на... плохо было. Он похож на босса из Бугермена. Немного. Плохо получилось. Теперь у меня будет мало оружия. И, скорее всего, я не смогу победить этого босса. И придется мне брать контейнер, я так думаю. Блин, невезуха какая-то просто. Слушай, он еще патронов. На него очень много надо патронов. Больше. Ариэль, тебя хвалят в чате, кстати. Что? Хорошее прохождение. Хвалят тебя в чате. Сглазили. Да, меня сглазили, вот зачем? Так все было хорошо. Он визжит, как беспокоя. Ариэль, собери. Я забиваю шлюшку. По-другому не скажешь. Видишь, у меня кончилось оружие, и я еще свалилась. Ну что толку? Сходи, возьми, может пойти по уровню. Вернуться-то нельзя, я свалилась вниз. Все. Вот, плохо. Придется мне, наверное, заново походить. Так, ну, сделаем тогда как? Если ты не пройдешь эту игру, какое наказание придумаешь? Это пройти-то я ее пройду, просто мне оружия нет сейчас. Достаточно, чтобы победить эту королеву, блин. Улитку. Да. Как бы я прошла уже. Может мне стрелять надо только в определенный момент? Нет, у нее просто весь арсенал. Убиваешь и все, и она умирает. Разваливается просто на части. Она что-то пытается колдовать. Видишь, оружие закончилось, все. Мне капец. Там наверху ничего нет. Нет. Ох. Мне нужен чип на бесконечные патроны. Нет, не читами это не наш выбор, ребят. Нет, нет. Мне бы 3000 патронов мне бы хватило. Как-то сделали нелогично, что патронов не хватает. Пишут безысходность. Да, безысходность. Может сразу умереть? Начать просто заново, собрать оружие. Я думаю, так лучше сделать, да? А это игра, если ты у меня спрашиваешь. Я с тобой. Ты должна тактику продумать без нашего участия. Хорошо. Пытаюсь еще раз одолеть. Бедолага Джима, вот я сейчас наблюдаю это. Мне его даже жаль. Ч?
черт, я не могу даже на эту соплю. Он туда-то не может запрыгнуть? Нет. Я пыталась как-то. Видишь, скорость этой игры просто зашкаливает. Ну, наверное, это в хорошем смысле. Что зашкаливает? Упоротость. Ведь в этом и есть вся суть этой игры. Все за тебя болеют, поддерживают. Давай, давай, ты сможешь. Давай, Рей. Придется мне потратить все-таки континью, блин. Ты нажала нет? Я нажала да. Он просто побежал в сторону нет. Разве? Ну да. А почему я тогда здесь? Ну ты нажала, видно, правильно, он просто побежал в сторону. Спрашивает, а кнутом разве нельзя было этого босса завалить? Думаю, это проблематично. Может быть было и можно, но мы не попробовали. Ну да. Я буду своим методом проходить. Вы сами мне сказали. Я с вами советуюсь, а вы мне ничего не сказали. Вот. Так что я буду проходить так, как я знаю. Я вообще не играл как бы почти в первого джима. Кстати, там пролетела сейчас та корова, которую мы запустили на первом уровне. Да, далеко же ее запулили. Так это я холодильник же поменяла, вот. Она до сих пор летит. Она везде пролетала. Че это вот красный вот удел берешь в природе? Че это такое? Вот это? Да. Пополнение здоровья. Фул хп. Ну почти фул. Ну ничего, сейчас Ариэль возьмет реванш. Да, соберется и покажет всем класс, как это нужно делать. Конечно. По-другому не может быть. Пишут, давай за родину, за принцессу, как ее там. Она, по-моему, тоже какая-то пчеломатка, да, это принцесса. Ну, да там непонятно. Вы же помните, как закончился второй джим? Как начался второй джим, ты имеешь? Да и как закончился. Да, особенно как закончился так. Это вообще было плохо. Где он с коровой остался? Да. Да он сам там был уже коровой. Да, и сам коровой был. Все закончилось так странно. Оказалось, что все коровы, все... Я тоже многих женщин часто называл коровами. Боже. Ладно. Я молчу. Ну это, конечно же, шутка. Подумайте. Я очень люблю коров, ну не тех коров, которые женщины коровы, а те, которые молоко дают. Ты любишь молоко? Я хорошо отношусь к молоку. Я вот не люблю молоко. Я вот больше люблю что-нибудь вот кисломолочное уже идет. Вот там вот ряженка что-нибудь такое. Пейте, дети, молоко, туалет недалеко. Золотые слова. Первый раз такого услышала. Что это за усатый какой-то? Скалопендра усатая. Глаза свои выпучила. Ее можно убить только кнутом. Зачем ты прыгаешь? Потому что эти шарики скользкие. Вот. Вот. Скользкие типы. Тут я полный арсенал сейчас. Да, теперь я главное не свалиться. Будешь потом работать плеткой. Кстати, плетка это, наверное, отсылка к садомазе. Не знаю. Почему это отсылка? Аккуратней, аккуратней. Я пытаюсь аккуратней. Ой. Мы в тебя верим. Бомби со всех орудий. Теперь все в порядке. Я уверена в этом. Главное не давать ей колдовать, она что-то там пытается мне наколдовать. Она колдует пчел, вызывает.
пчелиная королева. Ах ты, блин, у меня еще и жизни, оказывается, нет. Я не заметила, ё-моё. Нет, я должна победить ее, нет. Давай, соберите. Да! 1500 патронов мне забомбило. Так вот я же говорю, тут да, просто очень много патронов. Иначе даже смысла нет, наверное, снабиться. Можно еще крутом, но вообще я не знаю, как это делать. Я не пыталась даже ни разу, поэтому... Ну уж делай, как умеешь. Это лучший вариант. На последних, на последних хп, в лучших традициях Сани Перец Лайв прошла последнего босса. Я круче всех! И вот она, награда. Сисястая насекомая. Она в два раза тебя больше. Почему он в собаку превратился? То корова, то собака. Смотри, мутанты какие-то. Он спас эту принцессу. Ой-ой-ой. Ну вот, он расстроился. Нет бы помочь ей. Она еще жива. Глазами жива. Моргает. Ее придавила корова, которую ты сам же запустил. Помоги ей. Но нет. Как-то грустно все закончилось. Да нет, корова довольная. Она пролетела столько. И увидела много. Обиделся и ушел. Еще и приземлилась довольно-таки мягко, наверное. Спасите женщину, вытащите ее из... Все тебя поздравляют, кстати. Спасибо. Верили в тебя. Все, на дно, еще и корови камни в лаву утопились. Корона одна стала пустырить. Пойду хоть в ломбард заложу. Набухаюсь. Я мысли прям как он. Кому-то принцесса понравилась. Ну вот только не уточняют, до превращения в корову или после. Ну что ж, удачно мы завершили прохождение червяка Джима. Спасибо Ариэль, что прошла игру. Мы ее еще обязательно увидим на наших стримах. Конечно. Спасибо Владимиру Лему, что последил за чатом. Да, не за что. Вот я вижу, открыли чат, тут написано Ариэль, the best gamer girl in Russia. The Poetry семерки написал. У тебя появились фанаты. Круто. Подписывайтесь на канал. Следите за новостями. Завтра у нас следующий стрим. Завтра мы будем проходить Sonic и Knuckles Красного Соника, как и обещали. 7 часов по Москве. Что не опаздывайте. Все у нас не так, как у всех. Синий Knuckles, Красный Соник. Ну хоть червяк Джим у нас нормального земляного цвета. Да, всем уж точно. Всем спасибо, кто пришел. Всем пока. Всем пока. Всем благ и удачи. Пока.